Мэтт Фокс, К20, представьте. Мы хотели к тебе вчера приехать. Зажжем. Все заняли свои места согласно расписанию. Поторопим немного. Да. Не, ну по. Ну, на начало быстрое будет, там и по городу. То есть. Ну как быстрое, там гололед, но. Четыре, три, два, один. Все, разгоняемся. Так. Че так медленно бежим-то? Паша, что это так? Аккуратно, да. Ладно, не упади. Бля, это навезли специально, да? Ёпты! А мне говорили, асфальт будет. Жестик. Камай средний 88. Вот вчера снега было меньше. Все вообще беговой было аккуратно. Короче, снега нападло до жопы. Я тут уже по 440 планировал. Сейчас по 5 выйдет. Ага. Сзади 8 км. Бежим. Среди 7.24. 8. Да, 6.05. Я думал, тут по 4.40 будет, а тут все замело. Голова. Ну да. Чай? Чай! Все, гоу! Ты по-рижски. Бежим к реке. 10 км. 7.08. О! Дорога. Хорошо. Я знаю. Са, пришла с 19-го года к нам. Да. В декабре. Ага. Кайфую, мать его. Да, звездец. На 7.4, не 7.4. Бежим по рельсам. 16 км впереди, 7.4.
сугробы уже колено. Что, пиздец. Чуть ли не по пояс. Сегодня у Павла. Мы топтали вот лидера или толпу, эту тропу, блядь. Только тут вот мы вышли на дорогу, и кто убежал, тот убежал. Поздравляю, Евгения. Надеюсь, Кирчик прошла испытание. Давай, давай, давай. Я. Это было что-то, мы уже не в одну толпу уже понимали, что один полторашка остается. Просто все уже в пять колеи, и вот все шли вот так вот друг друга обгоняя. Обгоняешь, нет, целый день.